Готов разведчик делу честному, трудный путь лежит перед тобой. Глянь же смело в очи неизвестному, бодрый телом, мыслью и душой. Я пришел в Орюр в 10-летнем возрасте, и сейчас мне 35 лет, вот я 25 лет уже в Орюр, и где приобрел много друзей по всему миру и во многих регионах России. Наша организация «Любой подросток» является примером подражания для ребенка. Скаут – это человек, открывающий для себя мир во всех его проявлениях и открывающий самого себя, свои возможности, свои таланты, свои духовные качества. Ну что ж, сегодня в нашей рубрике очень интересный гость. Я с удовольствием зачитаю информацию, которая у меня есть. Руководитель организации российских юных разведчиков Артем Тужиков. Сегодня Артем с радостью расскажет нам о развитии движения скаутов в России. Это движение очень близко по духу лаборатории путешествий, потому что оно также развивает любовь к активным путешествиям у детей на природе и к родной стране, а также дает возможность прокачивать такие навыки, как лидерство, самостоятельность, ответственность, креативность и многое другое. Я думаю, что сегодня Артем нам сам все расскажет, и мы рады приветствовать вас. Здравствуйте! Добрый день! Я тоже рад вас видеть. Спасибо большое за столь внимание, уделенное мне. Здравствуйте, еще раз Артем. Артем, прежде чем мы начнем рубрику, я хотел бы спросить. Я знаю, что вы также приготовили подарок для наших зрителей за лучший вопрос. Что же вы будете дарить? Что ждет того зрителя, который задаст самый интересный вопрос? Ну, как говорится, лучший подарок – это книга, конечно, да? Я приготовил вот такое вот издание, выпущенное нашей организацией, называется «Второй разряд». Мы сегодня еще поговорим о разрядах. Здесь сборник нужной информации об истории нашей организации, о туристской практике, об истории нашей страны. То есть он будет полезен абсолютно всем. Отлично. Друзья, поэтому задавайте свои интересные вопросы в комментариях по трансляции или же дозванивайтесь к нам в прямой эфир, может быть, именно вы получите подарок от нашего гостя. Ну, а мы переходим к нашему интервью и начнем с небольшой истории. Артем, расскажите, как вообще зародилось движение скаутов в России, с чего оно начиналось и как потом развивалось, прям все от самого начала. Ну, если вкратце, без каких-либо углублений, то все началось в Англии в 1907 году. Была написана, можно сказать так, буду говорить уже современным языком, методическое пособие в виде книги «Scouting for Boys», «Разведка для мальчиков». Написал ее основатель всемирного скаутского движения, офицер Роберт Баден-Паул, и эта книга распространилась по всему миру, как вот новое что-то вот по работе с молодежью, с детьми, скаутский метод воспитания. И эта книга была в 1909 году переведена на русский язык в России, ее прочитал государь наш Николай II, прочитал офицер, полковник Олег Иванович Пантюхов, который заинтересовался вообще за скаутским движением и решил, что такая организация, конечно, была бы хороша и в России. И все началось в далеком 1909 году с одного звена, собранного Олегом Ивановичем Пантюховым. Он предложил мальчишкам, рассказал о таком скаутском методе воспитания, о походах, о приключениях, об играх юных разведчиков будущих. Ребята заинтересовались, и было положено начало скаутскому движению в России. Параллельно стали создаваться юных разведчиков и в Петербурге, в Москве, в других городах.
И впервые в начале 20 века, где-то с 1910 по 1920-е годы, очень распространилось движение, и по некоторым данным в 143 городах было около 50 тысяч человек насчитывалось, и возглавил всех Олег Иванович Пантюхов. Вот если это самое вкратце. Потом непосредственно, насколько все знают, произошел государственный смена государственного строя, пришли к власти большевики, царя, всю царскую семью убили, и скаутское движение было в России уже где-то продолжалось в подполье, стали гонения на скаутских руководителей, пришла на смену пионерия с другой идеологией, и русская эмиграция эмигрировала в другие страны, и работу скаутскую стали уже продолжать уже в других странах скаутские руководители. И когда произошла снова смена власти, снова триколоры были подняты над всеми государственными зданиями, вернулись потомки тех эмигрантов, которые эмигрировали еще вот в начале советского периода, и зажгли вновь костер, который вот был зажжен в начале в Павловском парке. И вот вернулись, и уже в этом году мы празднуем 30 лет возрождения в России. И это, естественно, как бы вот вкратце для общего понимания. Слушайте, очень интересно. Да, согласна. Ну, история большая, интересная, да, конечно. Очень много, естественно, за все 111 лет, которые нам исполнились в этом году, очень много, естественно, событий произошло, и трагических, и веселых, и я думаю, что об этом мы сегодня и поговорим. Почему все-таки нашей организации удается быть, существовать, развиваться и отмечать такие уже солидные юбилеи, которым в прошлом году мы отметили 110 лет, почему все-таки это становится актуально и сегодня? Отлично. Скажите, у меня вот такой вопрос. Я так понимаю, что скаутинг очень схож с нашим пионерским движением. И получается, что пионеры очень многое переняли из скаутинга. Так? Да, совершенно верно. Как никто не хочет изобретать велосипед, и, естественно, поскольку очевидно, что скаутская организация в России, впрочем, как и во всем мире, в других странах имела огромнейший успех у детей, у молодежи, подростков и даже у руководителей, естественно, все хотели, в том числе, ну, так сказать, пионерия все приняла от скаутского движения, за исключением, естественно, идеологии. Была поменена идеология, это стала уже политическая организация. И если юные разведчики, скауты воспитывали в детях прежде всего духовно-нравственное воспитание, то пионерия, естественно, как бы преследовала политические и свои цели. Вот, в принципе, это основное отличие у нас от пионеров или пионеров от нас. Слушайте, мне такой вопрос, а почему тогда его запрещали после революции, так сказать, в 20 веке? Ну, ведь это все очень хорошие дела, воспитывание нравственности в человеке. Ну, в принципе, это все просто. Если вот так вот, чисто в двух словах, то, естественно, из-за политических убеждений и из-за религиозных убеждений. Потому что, когда юные разведчики пришли на территорию России и стали развиваться, то, естественно, во всех лагерях стал подниматься триколор флаг, который сейчас у нас, который был свергнут. И девиз юных разведчиков был быть готовым за Россию, быть готовым за быть патриотами своей страны, той страны, естественно, на тот период царской, и
все, когда и в этом духе воспитывались ребята, и все, когда пришло непосредственно смена государственного строя, когда именно основа скаутского воспитания, духовно-нравственная, и скаутские законы были перечеркнуты и были заменены и навязаны непосредственно в угоду политических каких-то амбиций. Потому что любое государство, конечно, хочет воспитывать в молодежи непосредственно, как бы, ну, и естественно, преследуя, можно сказать, свои политические цели. Вот. Ну, вот так, это в двух словах буквально. Да, конечно. Политика – дело такое. Согласна. Слушайте, а да? В чем все-таки различие вот такое вот большое между этими двумя движениями? Ну, в принципе, как я и сказал, различие непосредственно в идеологии и в символике. А так, если тут, видите, чем вот я становлюсь старше, тем, наверное, можно смотреть, рассуждать по-разному. По сути, казалось бы, конечно, и та организация, они хороши, воспитывают в детях, молодежи, патриотов своей страны, но смотря что радовать в результатах действий. То есть если у нас вот сейчас, вот я все-таки на сегодняшний бы момент перевел, мы сейчас находимся в дне политики, и у нас организация российских юных разведчиков, это как бы мы считаем четвертая сила воспитания, которая дополняет воспитательную роль семьи, обязательно школы, и воспитательную роль церкви. То есть все идет взаимосвязано. И все законы, вот у нас их 12, они по сути основаны на заповеди Божьих. Ну, естественно, и в этом ключе живем. Вот. А пионерия немножко все-таки воспитывала немножко само по-другому, и все это было перечеркнуто, то, что и как бы это совсем, когда рушилась религия, рушились храмы, и стали, ну, не то, что само появляться памятники вождям в виде идолов, но стали другие идеалы, заменены идеалами, которые были перед скаутами. Понятно. Да. Артем, я знаю, что вы сняли замечательный видеоролик в честь 110-летия вашей организации, организации юных разведчиков. Давайте его посмотрим. Мне кажется, это будет очень интересно и нам, и нашим зрителям. На многие вопросы он как раз и даст ответ уже. Согласен. Угу. Давайте смотреть. Смотрим. Скаут – это человек, открывающий для себя мир во всех его проявлениях и открывающий самого себя, свои возможности, свои таланты, свои духовные качества. Он открывает для себя важность служения, основанного на любви к Богу, к Отечеству и ближнему. Наша организация юных разведчиков – это детская организация для детей. Это организация самих детей, где дети – главные персонажи, главные действующие лица. И законы юных разведчиков – это законы, которые были созданы на основании заповедей Христовых. В
В июле 2019 года организация российских юных разведчиков, созданная 110 лет назад по распоряжению императора Николая II, отметила юбилей. Отметить его собрались скауты со всей России и даже из-за рубежа. Я сюда привез своих детей, чтобы их познакомить с Орюр в России, чтобы показать, что Орюр — это не только зарубежье, что оно тоже и в России есть, и даже сегодня, наверное, больше в России, чем даже в зарубежье. И как бы создавать вот эту связь и нить между Орюр там и Орюр здесь. В истории Орюр были и радостные, и трагические страницы. Вспомнить их собрались и взрослые, и дети. За нашими плечами 110-летний опыт. И для того, чтобы этот опыт масштабировать, нам очень нужны в наших рядах молодежь, которые хотели бы приложить свои силы и умения для воспитания подрастающего поколения. Наши футболисты, трикоты, разведчики. Сегодня, как и 100 лет назад, Орюр привлекает детей, родителей и молодежь. Детям здесь интересно, их уважают, в них верят, им дают возможность быть ответственными и инициативными. Я пришел в Орюр в 10-летнем возрасте, и сейчас мне 35 лет, вот я 25 лет уже в Орюр, и где приобрел много друзей по всему миру и во многих регионах России. Наша организация, любой подросток, является примером подражания для ребенка. Приглашаю вас в наши ряды. День прошел, и слава Богу, что на нем жизнь. Выйдем, братья, на дорогу, станем песни петь. Про того, кто в синем море дальние города. У кого случилось горе и про родных. Родители находят в Орюр помощь в деле воспитания, здоровый досуг и православные ценности. Здесь дети на практике, но без давления, учатся основам христианской нравственности, жертвенности, сопереживанию, любви. Кто работает с мальчиками, должен мужчина. Именно мужчина может передать те мужские качества, которыми должен обладать мальчишка. Это трудолюбие, это ответственность, это готовность защищать других. В первую очередь свою семью, свою родину. С приходом большевиков на юных разведчиков начались гонения. Любить Бога стало нельзя. Кому-то был уготован мученический венец, кому-то удалось спастись в эмиграции и спасти то, что осталось от дореволюционной России. С конца 20 века началось возрождение скаутского движения в России. И вот сегодня уже более 800 человек собралось на общероссийский слет. Объединение скаутов, или, как чаще говорят, разведчиков, общественные организации, направленные на развитие юной личности, воспитание патриота в духе нравственных ценностей. Попросим Бога, чтобы Он хранил нас, хранил наших наставников, хранил наших друзей. Центральным событием каждого палаточного лагеря становится, как правило, божественная литургия. На прошедшем слете литургия служилась под открытым небом. И это стало удивительным духовным опытом для юных разведчиков. Ребята молились, словно первые христиане, без иконостаса и других привычных храмовых элементов, среди природы, где особенно остро чувствуется присутствие Бога. Здесь самая честная кровь твоя, молюсь обо тебе, помилуй меня.
Но слет – это не только высокие цели, но и простые радости. Мастер-классы, исторические реконструкции, вечерние посиделки у костра и даже настоящий бал. Благодаря мастерской организации ребята успели все. Задачей штаба слета было организовать работу так, чтобы было интересно, познавательно и полезно. Наше мероприятие прошло на очень высоком уровне. Ребята смогли хорошо отдохнуть, смогли проявить себя в различных соревнованиях и состязаниях. И такой же слет предстоит в ближайшие годы. Приглашаем вас приехать на наш очередной слет скаутов-разведчиков. Солнце только восходит из-за горизонта, а юным разведчикам уже не спится. Утреннее построение, молитва, завтрак и вперед познавать мир. Песню запевай! Услышь, пули льется кровь, все несут гранаты, мы смело двинемся вперед, мы русские солдаты. Я пришел в организацию, когда мне было 11 лет, меня привела мама. И меня сразу захватили те приключения, которые приходилось проходить, новые друзья, новые вызовы. И все это вместе оставило меня здесь на многие годы. Я очень рад, что я здесь, сюда попала, что у меня получилось это сделать. Я нашла много новых друзей, много общения появилось. Я не сижу на месте. Я постоянно в движении, постоянно в каких-то лагерях, и это очень круто. И те, кто хотят прийти в эту организацию, то вы об этом не пожалеете, придете и будете этому очень рады. Нелегкий день будет вознагражден полностью. За душевным разговором у костра, нехитрой, но искренней песней, которую написали сами. В краю родном в былые дни настал момент, один момент. По всей стране зажгли костры. С тех пор прошло 110 лет. 110 лет хранили жизнь. Упорно шли к своей мечте, и вот теперь мы собрались на юбилейной высоте. Мне очень понравилось, отличный слет, хорошо подготовлен. Понравился бал, прикольно получилось. Такими же наполненными и важными будут все дни, которые ребятам предстоит провести бок о бок. Их ждет командная работа и соперничество, освоение новых навыков и состязания, изучение истории и проверка себя. И это не просто интересно, это полезно, потому что навыки, которые получает скаут в походах и летних лагерях, пригодятся не только в детстве, но и во взрослом возрасте. На мой взгляд, скаутинг учит жизни в целом. То есть мы учимся общаться, работать в команде, дружить, быть лидером, уметь сорганизоваться правильно. Кроме того, мы учимся выживать в лесу, на природе. Мы учим песни, мы играем в игры, мы изучаем историю родного края разными интересными способами. И я уверена, что все это поможет мне в дальнейшей жизни. Я уже чувствую, как это мне помогает. Варюр стараются поощрять инициативность, развивать ответственность, умение принимать решения. Но все это под чутким наблюдением взрослых. Я как руководитель скаутов и мама шестерых детей влюблена в эту систему, потому что она для моих девочек, у меня их трое,
является лучшим педагогическим таким началом в формировании всех навыков жизни в природе, хозяйственности, грации, отношений мужского пола. Очень здоровая атмосфера. Здесь никто не ругается, не пьет, не курит. Вот, приходите к нам. Вступая в семью руководителей, я обещаю вести и воспитывать своих младших сестер и братьев в духе данного мною торжества обещаний и служить им примером исполнения разведческого долга. Взрослые, работающие в Арюр, уникальные люди. Они безвозмездно отдают детям время, знания и тепло своего сердца. Лет назад я привела в организацию своих четверых детей. И как мама понимаю, что лучшей организации для своих детей я не найду. Потому что в ней очень ответственные руководители, жертвенно служащие своему делу, старающиеся научить всему лучшему. Ну и, наверное, другим мамам я пожелала бы то же самое, перевести своих детей в организацию, чтобы они были вместе с нами. В скаутском лагере ребенок и отдыхает, и учится тому, что истинное счастье можно обрести только в служении Богу и людям. Задача Арюр – помочь детям вырасти счастливыми взрослыми, ответственными, открытыми и готовыми прийти на помощь, здоровыми физически и духовно. Ты знаешь, что если человек скаут, то он разделяет какие-то ценности, которые ты также для себя ставишь. И ты понимаешь, что вам есть о чем поговорить, вам в жизни, в принципе, по пути, по одной дороге. И это очень здорово, чувствовать себя частью такого большого братства. Слет прошел. Но что же осталось в душе? Остались открытия, достижения, улыбки, мысли. Остались драгоценные воспоминания, которые потом всю жизнь согревают сердца. Осталось удивительное чувство единения с ближними, со своей страной и с Создателем. Остались семена любви, которые с Божьей помощью мы узнаем по плодам. Очень красивое видео, интересно рассказано было. И пока мы смотрели видеоролик, нам уже стали поступать вопросы от зрителей. Я сейчас с удовольствием его зачитаю. В видеоролике заметила знак фонда президентских грантов. Ваше мероприятие проходит при поддержке грантов. Какую роль в вашей организации играют гранты? Все, да, можно отвечать? Да, можно отвечать. Отлично, да-да-да. Именно это я прошел в Петербург. Да, были средства фонда президентских грантов. На самом деле это первый президент, полученный нашей организацией. Хотя пишем мы и стараемся довольно-таки много. Вот, но выигрываем не так часто. Вот. Поддержки, конечно, это было бы все за счет средств самофинансирования, за счет средств родителей. Был большой слет без поддержки президентского гранта или каких-то других грантов провести, потому что очень много и с каждым годом становится норм, которые нужно самообеспечивать. И туалеты, и вода, и столько построек различных. Вот, да, это у нас частичном финансировании фонда президентских грантов. Спасибо. Отлично, слушайте, ну это хорошо, то, что еще и таким моментом это все поддерживается, потому что достаточно дорого многие проекты выходят по своей стоимости, и то, что есть такая возможность поддержки, и вы ее используете, это очень круто. У нас есть еще один вопрос от зрителей, сейчас я его зачитаю.
Какие ежегодные мероприятия, слеты вы вообще проводите? И отличаются ли они от турслетов? Или же есть какие-то особенности? Значит, ну, работа ведется в течение всего года, ведется она на территории всей нашей страны. У нас 7 отделов, 4 представительства работают, у нас около 2000 человек. И руководитель Единков, такая большая, самая, можно сказать, семья, и в основном какая-то специфика различных. Это примерно человек 200. Все звенья, отряды, дружины, это называется у нас отдел. И есть слеты отделовские, есть также отрядные мероприятия, дружины. У нас большая составляющая, 1/4 всей нашей работы, это, естественно, туристская деятельность. И многие руководители у нас также, как и в туризме, являются инструкторами детско-юношеского туризма. Некоторые являются, можно сказать, мастерами с опытом категорийных походов. Есть у нас и водные маршруты, и горные маршруты, есть и слеты. Но вот такие большие масштабные слеты, их очень тяжело проводить, и готовимся, как правило, целый год к ним, согласовываем, принимаем к себе, и чтобы собрать 1000 и более детей в одном месте, в лесах, в слетах палаточного типа, это большая саморабота, и такую работу мы в основном проводим непосредственно на наши юбилеи. Раз в 4, раз в 5 лет мы проводим, наша организация проводит юбилейный слет. Но так мы еще на территории России, это такое индийское слово, переводим с индийского. И туда международные такие лагеря, которые съезжаются ребята не только из России, их организаций, но и с других стран, и объединяют 2000 человек. И это мы называем джамбре. Тоже оно проходит где-то раз в 4 года. Вот. Стараемся, естественно, чтобы эти мероприятия не пересекались, и того, чтобы попасть на большой слет, видеть нас в масштабе, это, конечно, раз в 4 года минимум. А то практически на все, ну, практически, наверное, в каждом саморегионе мы стараемся открывать наши единицы, отряды, и можно присоединяться к ним и участвовать непосредственно в деятельности в регионе у себя по месту жительства. Спасибо. А скажите, пожалуйста, сколько по времени длятся вот такие вот слеты, мероприятия, и что на них происходит, что ребята делают там? Ну, значит, слеты – это довольно-таки история, как правило, 6 дней передвижения на одном месте. Это представляет собой всевозможные активы, предусматривая возраст, для которого эти активности проводятся. В организации три ветви возрастных, с которыми мы работаем. Это младшая ветвь, мы их называем волчатые белочки. Это с 7 до 11 лет наши ребятки. Для них в основном, естественно, цикловые какие-то мастер-классы, мастерские, какой-то ручной труд. Непосредственно с ними происходит такая большая опека. Далее это уже разведческий возраст, от 11 до 16, 17 лет. Это уже такой подростковый возраст, и там уже реконструкция военно-исторических различных игр. Есть соревнования по нашим всем разведческим навыкам, туристским навыкам. У нас четкая разрядная система, все начинается с 3-го разряда для разведческого возраста, потом 2-й разряд, 1-й разряд. И есть еще 2 высших звания разведчика, опытный разведчик и разведчик Родины. И можно сказать, это такие
самые туристские, ребята практикуют знания и не показывают обычных туристических осмений до вот. Это значит, всячески как дает ребят правила сам. И со своим зверем, либо это какое-то военное дело, либо это реконструкция бала, и все идет. Есть общие мероприятия, такие как у нас церемонии памяти верных, это где мы вспоминаем наших руководителей жизни, оставив ситуацию на посту. У нас небольшие технические неполадки, сейчас мы их постараемся быстренько нейтрализовать. Секунду, мы работаем в прямом эфире, и у нас бывает такая ситуация, что интернет немножко нас подводит. Будь готов, разведчик, делу честному. Путь лежит перед тобой, глянь же смело к очень неизвестному, бодрый телом, мыслью и душой. Я пришел в Орюр в 10-летнем возрасте, и сейчас мне 35 лет, вот я 25 лет уже в Орюр, и где приобрел много друзей по всему миру и во многих регионах России. Наша организация «Любой подросток» является примером подражания для ребенка. Скаут – это человек, открывающий для себя мир во всех его проявлениях и открывающий самого себя, свои возможности, свои таланты, свои духовные качества. Слышно меня сейчас? Нормально? Нет? Артем, как слышно? Да, слышно. Угу. Да, я вас слышу. Сейчас нормально слышно меня, да? Ага, да, да вот сейчас лучше. Все, отлично. Я, в принципе, помню, на чем я остановился. Бывают, конечно, технические сложности. Мы тоже сейчас в таком режиме, где вынуждены работать, конечно, нам уже общение не хватит. Так, опять мне кажется, прерывали. Что-то я вкратце как бы расскажу. Снова пропадает звук. Ай-яй-яй, что такое? Да? Сейчас. Давайте попробуем еще раз переподключиться. Вот такой вот интернет у нас бывает. Такие вот Давай. Ситуации. Кристин, слушай, на самом деле, вот даже с техническими сложностями рассказ с Артемом безумно интересен, потому что я вот сейчас понимаю, что у меня детство было очень веселым, очень насыщенным, но если бы я еще и помимо этого был в скаутском движении, это было бы еще круче. Да, Коль, согласен. Я надеюсь очень, что я вышел в эфир. Да, вы в эфире. Да, все сейчас... Это очень отлично, да. Вот. Я вкратце о слетах. Вот. Естественно, кроме больших слетов, работа малыми группами, нашими звеньями и отрядами, и совершаются походы такие же, как у туристов. Вот. Ведется у нас целый год. Все время посвящено походу, естественно, в зимнее. Вот.
В целом, если рассказывать о скаутском методе, вообще, это работа, это звеновая система, это самое главное в нашей организации. Обучение через игру. У нас очень много стимулирующих программ, мотивирующих ребят получать звания, награды, ценности и, естественно, жизнь в природе. Но такая самая особенность, наверное, нашего обучения, это процесс получения знания и опыт, он важнее, чем конкретный материал. Узлы – это как средство, а не самоцель. То есть в момент ребенок, подросток должен научиться быть самостоятельным, мотивировать себя на получение знания. Угу. Вот. Вот у меня такой вопрос еще. А почему у вас разведчики, а не скауты? Почему в названии вашей организации вы всегда говорите про ребят, что они разведчики? С чем это связано? Или, может быть, что они разведают? Все очень просто. Здесь хорошо, что спросили. Значит, здесь просто на русский язык. Скаут – это общепринятое всемирное звание, а если перевести скаут на русский язык, это прямой перевод означает разведчик. Вот и все, ни с какими там секретными службами мы не связаны, это просто самый такой дословный перевод. Здорово. Очень интересно. Скажите, пожалуйста, а какие все же основные принципы, идеи у скаутского движения? Кто же они такие на самом деле, эти скауты-разведчики? Ну, принцип, наверное, воспитать успешного, счастливого патриота своей страны. Наверное, это самая вот такая как бы основная цель, которая идет через физическое воспитание, через социальное воспитание, трудовое воспитание, воспитание чувств прежде всего тоже. Это беседы у костра, игры, наши церемонии, творчество, соблюдение законов наших. Все это положено как раз скаутского воспитания. Артем, а у меня к вам вот такой вот вопрос будет, так как мы тоже работаем с детьми очень много, и как инструкторы детского туризма, так и просто проводя наши какие-то мероприятия. Скажите, вот у вас, как у людей тоже работающих, так сказать, с нашим подрастающим поколением, есть ли какие-то такие педагогические особенности в работе, которые вот вы стараетесь всегда применять? Наверное, есть, да. Это прежде всего уважение каждой личности, вне зависимости от первоначальных результатов и первоначальных, так сказать, исходных данных. То есть не обязательно быть физически крепким, не обязательно быть знающим. Но нужно быть целеустремленным. Ты должен быть замотивирован, получить знания. То есть, наверное, самое уважение личности. И у нас есть, это как большая самая семья, и не отвергаем из своего коллектива каких-то, не знаю, как вот слабые звенья, еще что-то, их не существует. Работа идет в микроколлективе, и каждый важен. То есть нету соревнования между личностями и между звеньями, соревнования между отрядами, но между личностями соревнования никакого нету. И приходя в организацию, любой подросток, любой в любом возрасте, он может открыто подойти не только к родителям, подойти к
старше себя там на несколько лет, и задать любой вопрос, и получить на него исчерпывающий ответ. У нас, как правило, руководители работают с вожаками, вожаки работают со своими звеньями. И передача опыта происходит не от руководителя ребенку, а от сверстника к сверстнику. Очень важно в нашей педагогической истории, в педагогической практике работа непосредственно с ними и с единицами. Ну, и я надеюсь, что я вот постарался ответить на этот вопрос. Угу. Да, вполне, спасибо большое. Я думаю, что это замечательные такие принципы, которые, которых стоит придерживаться. И, в принципе, по поводу того, что ребята узнают какой-то опыт, информацию от своих сверстников, я тоже думаю, что это очень замечательно, потому что по себе знаю, когда в школе учился, и мне кто-то из старших говорил, что... Вот так не делай, нужно делать так. Ты такой смотришь и думаешь, вы ничего не понимаете, у нас уже все по-другому. А когда тебе говорит кто-то из твоих сверстников, у которого плюс-минус такой же возраст, как у тебя, ты относишься к этому совсем по-другому. Потому что вроде как тебя понимает, да, человек. Угу. Вот, у меня такой вопрос еще будет. Помимо вот таких вот грандиозных масштабных слетов, что еще происходит внутри вашей организации и чем занимаются ребята? Это простые годовые наши занятия, мы их называем сборы. Сбор проходит 12 раз в неделю. Как правило, на сборе изучают этическое счастье разряда. Да? Разряд состоит из наведения, история своей страны, состоит из туристской практики, состоит из религии. Мы объясняем, что происходит в самой церкви, как устроены храмы. И это самая история нашей организации, песни, специальности. Занятия проходят 1,5 часа и обязательно включают в себя 20-30 минут занятия, а все остальное время распределяется между песнями, играми, ручным трудом и звеновых дел. Это подготовка к мероприятиям, подготовка каким-то к праздникам, потому что есть у нас традиционные праздники, такие как День Матери, который сейчас стал всероссийским, а наша стала отмечать День Матери с 1915 года, и традиционно это 1 декабря у нас. Далее День Святого Георгия Победоносителя для нашей организации мужской ее ветви. День Святой Ольги, это покровительница женской ветви нашей организации. И день нашей организации апреля. Это основные наши коммерческие праздники. Также мы участвуем еще, естественно, у нас различные празднования Дня Победы. Мы то там роль, как правило, во всех городах отводит. Мы идем в скаутской форме с портретами наших предков, которые самые были в Великую Отечественную войну. Устраиваем велопробеги. Устраиваем выезды одного дня. Вот сейчас вот кадры были самые из Сабльских пещер, это непосредственно под Петербургом. Также мы стараемся разнообразить нашу скаутскую жизнь, чтобы было интересно. Не только какие-то паломнические поездки, экскурсионные поездки или походы. Но это могут быть и какие-то добрые дела, помощь ближним. Это могут быть какие-то... праздники непосредственные, например, со старшими в канун Нового года, делаем сценарий и выступаем в домах-интернатах, в домах выставки. Вот, то есть каждый регион и каждый самоотряд в том или ином регионе находит себе какое-то самое дело, и его самоделают. Прежде всего собираются ребята, то есть им предлагается какой-то сценарий событий ближайших, ребята сами одобряют его. Это очень важно, что у нас есть принцип добровольности, то есть ты все делаешь добровольно. То есть ты в организацию вступаешь добровольно, и ты соглашаешься со всеми правилами и со всеми законами,
и поэтому не навязывает твой естественный выбор, который ты делаешь сам перед собой, давая торжественное обещание, как тебе повязывают. Вот, есть различные конструкции, которые мы проводим. С общественно надежными организациями есть в каждом регионе какие-то совместные мероприятия, ну, патриотического хотя или помощи ближним. Вот даже, допустим, наши старшие ребята, которым уже есть 18 лет, объединились в проект. Мы вместе стали одиноким местом людям, которые обращаются за помощью, покупают им продукты, доставки. И сейчас это вот непосредственно вот в период нашего образа. Спасибо. А Артем, вот тоже есть вопрос от зрителей, и меня тоже он интересовал. Как вы привлекаете новых ребят к рядам скаутов? Из каких источников дети о вас узнают? Вот меня тоже этот вопрос очень интересовал. Тут несколько, наверное, сценариев событий. И каждый устраивает, наверное, свой сценарий. У кого-то работа в школе, кто-то работает и руководителем в школе, и, естественно, это привлечение со школы ряд, в соревнование, с родители, это делают работу дополнительного образования на базе либо школ, либо по линии малолетки в подростковых клубах, устраиваются туда работать и через день открытых набирают себе ребят. Другой сценарий через приходские воскресные школы. Еще вариант через наши СМИ, потом через сарафанное радио. Поскольку мы уже много лет работаем, и у нас сменилось несколько поколений, и если деятельность в том или ином уровне существует давно, то это сарафанное радио и приводит детишек руководителей, которые когда-то были детьми в скаутской организации. Организация детская, и получается, что есть различных причин, либо ребята стают из, ну, вырастают, уходят учиться, переезжают в какой-то другой регион, где нету скаутского движения, либо уходят в армию, либо если не налажатся старшие ветки, им уже как бы не интересно быть, потому что у них путь либо быть руководителем, либо сам им место, если нету определенной старшей ветви. Я начал говорить, у нас есть волчатые белые разведчики и разведчицы. У нас также есть еще витязи и дружинницы, это молодежь 17 до примерно там, 25 лет, они формируют круг, и у них своя уже идет сама, так сказать, работа для себя, а только для детей. Они оказывают помощь как в проведении каких-либо мероприятий с детьми, так и естественные лагеря и своя работа. Если работа не налажена со старшей ветвью, правило, после ребята уходят и приходят новые. Спасибо. Да, конечно. Артем, а бывает такое, что ребята заинтересовываются прям настолько туризмом, что потом сами становятся инструкторами, начинают работать? Ну вот, грубо говоря, на вашем примере вот что-то вроде такого
но это чтобы было более масштабно, насколько много ребят остаются также в движении преподавать своим младшим товарищам? Ну, в нашей деятельности сейчас без туризма вообще и без изменения определенных навыков, в том числе юридически приобретенных в форме инструкторского юношеского туризма, получится, что организация иначе будет вне закона. Еще несколько лет назад можно было так работать, то сейчас без инструкторов детско-юношеского туризма любые выходы, походы, мероприятия, они просто невозможны и незаконны. Это как оказанная услуга детям, соответствующая требованиям безопасности. Потому что если ты не можешь подтвердить сам эти свои полученные навыки и знания и показать, что в виде документа органам власти, которые тебя самопроверяют, вот получается, ты не можешь эту деятельность сделать. Но бывает так, что руководители уходят, и это касается, естественно, ребят, студентов, и это очень помогает студенческой практике, если ты начал осваивать какие-то другие навыки, правило, ты становишься уже помощником руководителя в каких-то студенческих практиках и прочее. А некоторых это захватывает настолько, и есть у нас примеры, ребята, которые ходят в форме похода, и ребята из шестой категории участвуют в каких-то если самый процент таких ребят. А вот так это общая такая практика, наверное, входя в рамки ресурсов. Спасибо. Я предлагаю прерваться на небольшую паузу, чтобы снова нам устранить некие трудности в соединении. А и сразу после этой паузы мы узнаем, что же нужно для того, чтобы стать скаутом, и кто вообще может им стать, и когда. Я видео не включаю, да? Да, мы сейчас попробуем без видео. Возможно, так будет лучше. Но мы не можем отпустить Артема, потому что у нас действительно еще есть много интересных вопросов. Артем, вопрос такой. Как стать скаутом? И любой ли желающий человек может им стать? Что нужно сделать для этого, чтобы попасть в ряды скаутов? Ну вот вопрос. Кроется ответ, любой человек, который желание может стать скаутом. Это не так. Как,
каких-то, как я сказал, слабых звеньев нет. Но это должно быть собственное решение, не решение родителей, а свое решение. У нас есть у организации общество родителей друзей. И мы не призываем сразу вступить, а призываем с нами познакомиться, поучаствовать в наших мероприятиях, сходить на несколько наших занятий. И далее ребенок уже непосредственно сам решает, для него это или не для него. В основном, какая сложность сейчас у ребят? У многих наших ребят, подростков, потребительское отношение. Это когда для него должно что-то сделано. Мы же воспитываем самостоятельность, и сам ребенок должен быть самостоятелен и самоизованным. Это очень ломается, когда все за ребенка делают родители, когда он не может, не выносит мусор, не заправляет за собой, когда у него нет никаких обязанностей дома, когда с него родители сдувают пылинки, когда он и для него делается, и когда он приходит в организацию и понимает, что это здесь это не так, пришел поучаствовать в каком-то, посмотреть какой-то спектакль, а что у нас нету зрителей. И ты важен, и каждая личность важна, и невозможно остаться целем в скаутской организации. Нужно самому проявить непосредственно и быть самостоятельным. Это вот то, что может как бы отталкивать подростков. Но когда этот момент уже сломлен, и когда он вживается в звено и попадает в социум, то, естественно, это становится его уже образом жизни. И он приобретает много друзей. Вот как я пришел в организацию в 10-летнем возрасте, 25 лет назад, и это уже я был вожаком, был начальником отряда, начальником дружины, и сейчас я возглавляю всю команду. Организацию, у меня очень много самознакомых, друзей, это я уже не могу без этого. И это такой образ жизни, некий такой, не знаю, кайф, и уже без него, уже наверняка, без общения, без походов, без моих разных регионов, которые всегда готовы прийти на выручку и любым советом. Есть такая, можно сказать, жертвенность. Что-то как бы принести как бы жертву свое какое-то личное время и быть полезным не только себе, но и обществу. Это очень самоважно. И какие-то вот вопросы нас путают, допустим, с организацией, несмотря на то, что у нас есть и построение, и выбор. И какая-то самая военная дисциплина, но прежде всего мы рыцарская организация. Это вот то, что как бы нас отличает. Ладно, я могу это очень много говорить об организации, извините. Да, я поняла. Но это на самом деле интересно. Действительно, в вашей жизни это играет огромную роль, потому что с таким огромным удовольствием об этом рассказываете. Ну, действительно, ваше любимое дело, которым вы занимаетесь с удовольствием, и это очень отрадно, и это очень здорово. Это, наверное, можно сравнить с тем, что меня спросить про Краснодарский край, да, Кристина? Да, да. Вот, когда человек горит своим делом, то да, это об этом действительно можно говорить вечно. Давай, Кристина. Да, можно я следом задам сразу вопрос тогда? Если у вас в движении вашем там выпускники, допустим, выпускник скаутского движения, или ты вот, ну вот приехал такой, прошел там и все, ты стал скаутом на всю жизнь, или все-таки есть какая-то там церемония награждения, все-таки у каждого я заметила разного цвета галстук, наверное, это тоже почему-то. Вот про выпускников первый вопрос, есть ли выпускники? Наверное, как таковых, наверное, выпускников нет. Я
том, что ты стал учеником и до свидания. Ты получаешь путевку в жизнь и все. У нас вся деятельность связана с реальной жизнью. Есть, так сказать, выпуски и различные, так сказать, что касается галстуков, коричневые галстуки – это наша маленькая история, маленькая ветвь, это наши малыши. Далее желтые галстуки – это наши разведчики, синие галстуки – наши разведчицы. Далее у них появляется звание и в символике у них меняются тоже есть. И, значит, есть ли это у них зеленые галстуки. На цветов галстуки есть награды, дали, есть нашивки специальности, есть награды в виде как бы пальмовых ветвей, их 4 для разведчиков и руководителей за хорошую работу в звене, в отряде, у себя в дружине или за особые какие-то заслуги перед организацией. То есть все это мотивирует ребят. Но есть еще и очень важная лидерская школа в виде наших курсов. Вот там есть выпуск, есть диплом, есть присвоение карты. Есть курсы для вожаков. Чтобы стать вожаком, нужно пройти курсы для вожаков. Чтобы стать начальником отряда, либо дружины, нужно пройти курсы начальников единиц. И самые такие... И можно очень важные курсы, это курсы для руководителей, девизы ВКС, «Бак солнце» и «Зажигай». Это самое для руководителей уже самое КДР, так как бы сокращенно. Вот. После каждого выпуска есть присвоение квалификации, есть так называемый диплом. Вот. Но любая школа, пройденная, так сказать, в движении, это бесследно. И это в будущем успешные и, наверное, я надеюсь, люди. Некоторые из нас работают в министерстве, некоторые работают на каких-то высоких должностях, но никогда не забывают школу скаутскую, всегда помнят своих друзей и стараются бывать на наших слетах. Слушайте, здорово, такой прям свой мир, своя история, своя какая-то такая отдельная жизнь. Здорово, интересно. Слушайте, а можно я задам еще один вопрос, такой подводящий к завершению? Так как у нас многонациональная страна, и в принципе, я так понимаю, скаутство – это очень распространенное движение, у меня вот такой вопрос. Обязательно ли быть православным и верующим, чтобы стать скаутом? Какие у вас на этот счет моменты? И готовы ли вы принимать ребят неправославных в свое движение? Значит, юридически и фактически это, наверное, вещи. Юридически, по нашему уставу, мы можем принимать неправых людей, правопослушные, которые относятся к другой конфессии, у которых другая религия. По факту это единичные случаи, и, как правило, нас объединяет Русская Православная Церковь и православные традиции. Но если такие все-таки моменты есть, и то у них место должно быть. Это касается и в международных лагерях, естественно, читать иногда разные, все с уважением к другой религии, которые не принадлежат. По ребенка, ему ребенку не нужно сдавать по зачеты по религоведению славному, а нужно сдавать зачеты по той религии, к которой он принадлежит. Но это единичные случаи. Как правило, ребята приходят
неуцерковленные, и большинство из них не то что отрицают, но выросли всю как бы голодовский период, не принято у них ходить церковь. Но многие выцерковляются, родители выцерковляются. Также, вот если привести пример, не у всех свой путь. И мы каждый путь уважаем. Если вот взять даже, ну не знаю, ну некоторых священников, которые пришли к Богу, совсем у нас связь пропадает. Они же тоже пропадает. И свой путь. Да, видимо, интернет решил то, что выходной день, и можно сегодня не работать. Да, я даже так думаю. Это очень жаль, конечно. Очень жаль, что вот такое интересное интервью у нас сегодня прерывается. Прерывается. Что ж такое-то? Совсем так, ничего не слышно. Да, Артем, возможно, обновляется, чтобы вновь вернуться к нам эфир. А мы должны, Коля, успеть задать самый главный вопрос и расслышать его с тобой. Да, и наши зрители, конечно, тоже. Конечно. Артем, вы с нами? Так, видимо, еще нет. Но, друзья, мы зададим сейчас. А вот теперь вижу, что да. Теперь вижу, что Артем с нами. Я попробую вернуться с видео, чтобы вы видели мое лицо. Отлично. Кристина, задавай скорее, пока интернет не убежал от нас. С удовольствием быстрее задам этот вопрос. Мы вначале с вами говорили о подарке нашим телезрителям за лучший вопрос. И прозвучало несколько вопросов, вам сейчас нужно, пока вы с нами, пока мы вас слышим и видим, да, вам нужно определиться и выбрать счастливчика, который получит ваш участник. Какой вопрос запомнился больше всего вам? Так. Сейчас бы вспомнил вопрос, это был про президента и гранты, да, потом вопрос про что? Про мероприятия. Ежегодные были. Но это тот же автор. Поэтому да. Определяйтесь. Я думаю, тут... Ну, тогда на второй вопрос, как идет про меня. Отлично. Угу. Второй вопрос. Итак, Валерия Гаридова, ты становишься обладателем замечательной книги. Мы обязательно с тобой свяжемся и расскажем, как тебе ее получить. Да, скорее тоже приходи в скауты и читай замечательную книгу. Артем, ну что же, мы благодарим вас за хоть и такое прерывистое, но очень интересное интервью. Я надеюсь, что если мы еще с вами встретимся, а я уверена, что встретимся на нашем канале, то никакая плохая связь нам не помешает завершить этот интересный сегодняшний вот такой вот рассказ. Все-таки хотелось бы задать вам больше вопросов, но, к сожалению, вот техника нас подводит. Мы благодарим вас, что сегодня были с нами, за интересный рассказ, за подарок. Спасибо вам. Ждем вас снова на канале Проповод ТВ. Тоже вам очень большое спасибо. Надеюсь, полезная информация прозвучала из моих уст. И приглашаю к сотрудничеству и нас в соцсетях, в всевозможных ссылках, организации российских юных разведчиков. Находите лично меня. И будем сотрудничать. Отвечу на все вопросы. Очень рад, и я постараюсь решить с интернетом, чтобы в следующий раз, в следующие эфиры не было таких технических моментов. Большое спасибо вам всем. Вам спасибо. Будем с нетерпением ждать новой встречи, Артем. До свидания. Всегда готов за Россию. До свидания.